Уважаемые зрители, теперь доступ к просмотру телеканалов Триколор ТВ можно оплатить банковской картой через интернет на сайте www.tricolor.tv. К оплате принимаются банковские карты платежных систем Visa и MasterCard, выпущенные любым банком. Вы можете использовать вашу зарплатную, пенсионную, кредитную или любую другую банковскую карту. Для оплаты услуг Триколор ТВ банковской картой через интернет перейдите на сайт www.tricolor.tv. В боковом меню «Зрителям» выберите раздел «Способы оплаты». В открывшемся списке выберите пункт «Онлайн-платежи по банковским картам Visa и MasterCard». Введите 12-значный номер ID вашего приемника. Если номер приемника вам неизвестен, воспользуйтесь справкой по ссылке «Как узнать ID». Ссылка расположена прямо под формой ввода. Выберите из выпадающего списка услугу, которую хотите оплатить. Например, наш футбол. И укажите сумму к оплате. Комиссия за проведение платежа по банковской карте не взимается. Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку «Отправить». После этого откроется форма для ввода реквизитов банковской карты. Корректно заполните все поля формы и нажмите «Оплатить». Для активации оплаченной услуги оставьте ваш приемник включенным на любом телеканале Триколор ТВ. Приятного просмотра!